Баскетбольные смешные снова приходят к вам, чтобы поделиться радостью и весельем. Всю зиму мы приближали наступление весны, и вот на календаре уже середина марта. За весеннее настроение с баскетбольными шуточками отвечаем мы. Поехали! Защитник ЦСКА Михаил Кулагин совместил все прелести лучшей игры с мячом со Всемирным женским днем. Использует ситуацию для знакомства с девушками. Весна. Девушка, здравствуйте. Подождите поздравить вас с наступающим 8 марта. Спасибо большое. Вот, это вам хотел также билеты на нашу игру баскетбол. Да. А еще я вообще свободный молодой человек, поэтому, может быть, вы тоже свободны? Да. Да, здорово. Может быть, тогда после игры погуляем, поужинаем где-нибудь, пообщаемся. Спортивный мальчик, вот и все. И, возможно, даже глупый, ну просто наверняка глупый. Ну почему? Ты же его совсем не знаешь. Может, он даже ничего. А твои капитаны Грея вообще бывают только в книжках. Да, Грей бывает только в книжках. А в жизни одни баскетболисты. Больше солнца и тепла делают всех людей чуточку добрее. Иоанн Хаммер и Евгений Бабурин. Борьба без компромиссов, но со взаимным уважением. Иногда напряжение баскетбольного матча настолько высоко, что хочется просто убежать с площадки. Чарльз Дженкинс из «Химок» и Дмитрий Кулагин из «Лока» показывают, как это сделать. Но знаете, они убегают, чтобы вернуться. Нижний Новгород серьезно претендует на наш несерьезный приз самой креативной команды Единой Лиги ВТБ. Не так давно вокальными данными хвастались Стеван Еловац и Вадим Панин. А теперь запел Петр Губанов. What's up, guys? Hey guys, у меня все nice. Георгий Жбанов уже танцует. Hey guys, у меня все nice. Это король Джеймс. И он говорит: пока-пока, зимушка-зима и ненавистный снег. А это король Санкт-Петербурга Евгений Воронов. И это наш ответ лучшему игроку планеты. В конце концов, он тоже ведь человек. Я забил Леброну Джеймсу, могу больше не играть в баскетбол. Обед за твой счет, старик! Эрон, ты куда? Эрон! Леброн! Баскетболисты и баскетболистки столичного МБА в преддверии Всемирного женского дня пытались разобраться, что дарить, как дарить, а главное, кому дарить. В этот день мы дарим им цветы, дарим подарки. Цветы и чай. Фруктовый. Не, недорогой, денег нет. А, да. Лучше панду. А, шарики с сердечком. Деньги. Большой Наполеон. Такой огромный букет красных роз. И настало время открыть главный секрет. Почему баскетбол так популярен в Перми? Вы первый раз едете на баскетбол? Да. Никого из сборной не знаете? Нет. У них только попки красивые, я могу. Закрывайте занавес. Теперь точно все. Мы вернемся ровно через неделю, а вы почаще ходите на баскетбол. Это самая красивая игра с мячом.